Тамара Давыдова в спортивной школе ИКАР занимается с 5 лет. Более чем за 10 лет девушка приняла участие в различных соревнованиях города, области, страны. И уже успела завоевать титул кандидата в мастера спорта. В декабре Тамара выступила на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе в Иванове, где стала первой в своей возрастной категории. Это, конечно, очень приятно, и гордишься собой. Но я была в себе уверена, и я не сомневалась в том, что я выиграю. 1/10 до 3-го места на соревнованиях не хватило Даниилу Ермакову. По словам мальчика, взять бронзовую медаль ему помешало волнение. Мне было не обидно, но через многое время я научусь и буду побеждать. Всего в соревнованиях приняло участие 340 спортсменов со всего Приволжского федерального округа. От нашего города выступили 12 человек. Все они входят в сборную Нижегородской области. Вот эти соревнования, они дают перед крупными, с более крупными соревнованиями, как бы мы прокатываем вот эти, входим в форму. Мы уже давно как бы не выступали, уже прошло... С марта месяца мы уже не выступали. То карантина, то это. То там соревнований нету. Вот. И вот сейчас поехали как бы с марта. Мы вот на первые соревнования поехали, выездные. Ну, такие крупные. В феврале спортсмены ИКАРа отправятся на первенство Приволжского федерального округа в Оренбург. И если наши ребята там покажут хороший результат и смогут войти в 6 лучших, отправятся на первенство России. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.